Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной выход, и как вы видите по заднему плану, мы находимся в заброшке. Да-да, ребят, пришло время шурфов старых брошенных домов. С хозяевами соседних домов мы пообщались, добро дали. В общем, сказали не хулиганить, но делайте свои дела. Сегодня погода ужасная, очень морозная. Рустик сегодня со мной, комрад, копает. Серега, к сожалению, испугался. Говорит, что он свой бубенчик замерзнет. Боится. Да-да, ребята, боится, что у него бубенчик замерзнет. Бубенчик, почему я вспомнил, я вам сейчас все расскажу, почему именно бубенчик. Рустик готовит стол, потому что ужасно холодно. Утром было у меня дома, градусник показывал 23, но уже как бы время 10 часов, потому что рановато, вернее поздновато сегодня выехали, благодаря, как обычно, Рустаму. Вот, если интересно, я эту тему еще затронем в процессе видеокопа. Чего говоришь? На стриме он вчера у меня уснул, ребята, вот, и проспал все. Общались мы с его женой и обсудили именно сегодняшний выход с его женой. Вот, но благо все равно хорошо, что у нас состоялся выход. Вот, сейчас немножко для согрева Рустик готовит. Будем запивать горячительный напиток именно чаем. Вот, многие говорят, что в чистом виде горячительный напиток смысла пить нету, потому что он просто разжижает кровь, сосуды расширяет. Вот, так что по вашему совету будем запивать чаем. Будет, думаю, эффект. Но я к чему начал этот сюжет записывать? Мы уже сняли небольшую часть, 6 половых досок, и под половыми досками мы нашли достаточно хорошие вещи. В частности, в шикарном, смотрите, в шикарном внешнем виде это от керосинки. Обычно они прогнивают, и найти в таком состоянии тяжело. Это раз. Второе. И еще одну нашли. Вообще огонь. Смотрите, она не ржавая, не в платине, просто в паутинке, ребята. И самое, что интересное, смотрите, что у нас еще есть. Слышите, да? Смотрите. Смотрите, что нашли. Нашли бубенчик. Бубенчик номер 2 с буковкой Ять. Вообще шикарная вещь, вообще огонь. Слышите? Вещь очень интересная. Обязательно я посмотрю интернет, что за бубенец, возможно, дорогой, потому что буковка Ять есть и имеются надписи по окружности. Думаю, что-нибудь интересненько. Если что-то будет интересное, файлы, конечно, прикреплю. Ну а сейчас, ребята, отвлекемся немножко от копа, и я вам немножко поясню, что у меня в руках. А в руках у меня подужный бубенчик 19 века. Эти бубенцы использовались на русских тройках. В 19 веке русским правительством был введен запрет на использование колокольчиков для частных граждан. Но чтобы обойти этот закон, стали выпускать эти бубенцы. На этом бубенце имеется надпись «Завод имени Клюйкова» в Урихе. И присутствует цифра 2. Номер 2 считается средним бубенцом. Бубенец выполнен из бронзы. Звук бубенцов отличается от колокольчика. Послушаем звук колокольчика и бубенца. Вот так звучит колокольчик. А это уже звук бубенца. Их вешалось на конскую сбрую очень много, и при движении звук был очень громкий и мелодичным. Стоимость такого бубенца от 500 до 1000 рублей, но может достигать и 2-3 тысяч. Ну а сейчас возвращаемся и продолжаем скрывать полы. Чем еще удивит, никто не знает, так что смотрим, будет довольно-таки интересно. Ну а сейчас, ребята, классно, обстановку мы себе здесь сделали, стол рабочий, место для перекура, и основная масса работы будет здесь. Интересно то, что, смотрите, засыпка классная, не промерзшая, и имеется подпол. В подполе
достаточно можно найти много интересной посуды, а в частности царской посуды. Вот. Также мы нашли здесь сапутку, которую сейчас я вам продемонстрирую. Сапуточка тоже интересная. Инструменты взяли 3 лопаты. Все лопаты как бы разного калибра. Длинные, короткие. Кирка. Затем ломик. Фомка. Ломик вот он у нас. Фомочка. И здесь вот есть такие вот вещи, сапутки. Нашли горшочки. Чугунок. Раз. Чугунок там где-то еще второй. И вот такой старинный, ребята, старинный, толстый, черная керамика. Класс, класс. Старинная, вот смотрите, какая резная кровать. Это означает, что, в принципе, здесь богато жили и могли себе позволить такие вещи. Ну и сейчас с Рустиком здесь чаек попьем. Конечно, пробежала наша подписчица, местная комрадша. Это Полина. Привет, Полин. Вот. Так что нам будет сегодня весело. И я думаю, Полинка зайдет к нам, когда вон своих барашков накормит. Накормила. Уже накормила, да? Да. Вот. И сегодня будем копать с девушками. Так что ладно. Сюжет начал. Рустик уже бокалы держит. Да, Рустик? Вот они, наши бокальчики. Вот они. Что у нас там сегодня? Мамин раствор? Да. Мамин раствор. Ладно. С первой же находкой включусь. Ну что, ребят, прозваниваем пока верха, пока не шурфим. Верхушки дают плоды. У Рустика 1 копеечка была. Вот на. К сожалению, монета убитая. Не знаю, что за монета, но судя по наросту, наверное, 60-е. У меня же немножко поинтереснее. 15 копеек 46-го года. Хороший такой бодрый сохранчик. Вот, затем 15 копеек 83-й год, тоже бодрая. И самое первое, что у меня было, это 5 копеек 46-й. Это самый первый сигнал, ребята. Но самое интересное, что я начал вам снимать, вот такая вот маниста. Конечно, в руках она у меня развалилась. Вот, выкопал пробитую серебряную монету. Судя по размеру, это, наверное, все-таки 5 копеек. А 5-копеечные серебряные монеты, они очень хорошо стоят. Но, к сожалению, она у нас с дыркой. Вот такая первая царская серебрушка. Ладно? Ладно. Всего-навсего полчаса шурфим. И уже вот такое количество находок. Сергей нам говорил, ну зачем? Че ехать шурфить дом? Будете подымать там советики, рамочники, щитовики. Ну, хочу вам сказать, ребята, что среди советиков есть довольно-таки приятные экземпляры. Тем, что 20-ка, 15-ка, червонец 34-го года, медно-никелевая, они, в принципе, хорошо стоят. Также среди советиков бывают и копеечки 25-го года. Копейка, двушка, и они бешеных денег стоят. Ну, я не говорю, конечно же, об монетах о 47-го года, 58-го года. Вот, но факт в том, что что-то прям онлайн, ребята. Онлайн, давайте. А, онлайн. Вот такая. Кто родился в Советском Союзе, знает, что это такое. Это мазь. Мазь-звездочка, так называемая. Нахер мазать. Ну ты давай, это... Нас... Говорят, дети смотрят, все, женщины, хорошо. Так что немножко фильтрую свои словечки, свой жаргон. Ладно, классно, классно. Кстати, я вам не показал обиход местный, печка старинная, очень старинная, вот, дымоход разрушен частично, красный угол вон, вот там какая-то иконка, но она, конечно, подустала. Ну, в целом, я думаю, за сегодня мы этот фундамент окучим. Как ты думаешь, Русь? Однозначно. Однозначно. И думаю... Твоя любимая тема. Чё там любимая тема? Ну-ка, рассказывай. А, бутылочки. Пошли бутылочки. Вот такой вот характер. Не знаю, что за... Ну, это советская. Надпись имеется. Свет. 72-й год. Так что, ладно. Насколько советский он будет, не знаю. Здесь вот фотография, к сожалению. Говорят, фотография довоенная. Хороших денег стоит.
Вот, ну я как бы фотографии не собираю, не знаю. Ох, смотрите, какая пузы, пузатая. Ох, пузатая, смотрите, какая красивая. Шампанское, шампанское здесь пили. Значит, люди кучеряво жили, раз шампанское и вино пили. Будет что-нибудь кучерявое, однозначно. Ну что, ребята, подбираю себя к печке. И основная масса находок, очень часто на своей практике я встречаю вдоль печи. И сейчас вытащил вот оттуда вот такой вот пятачок. Пятак 1931 года. Это уже что-то интересненькое, довольно-таки приятненький такой. Вот, не знаю, зеленый, надеюсь, почистится, будет добротный. Но как-то вот так вот, ребята, где-то одна находка в 15 минут. Не особо, не особо. Но все-таки находки есть. Продолжаем. Ну что, ребята, вот отсюда вот выпала очередная маниста. А маниста у нас серебряная. На этот раз 10 царских копеек. Год вместе с вами сейчас посмотрим или же нет. Не знаю, не знаю. Рустик угорает. Говорит, 25-й. Угорает, говорит, что кого-то здесь около входа татарочку, а может быть мордовочку, трепали, что манисты в разные стороны летели. Вот такая вот манисточка. Маленькая, очень маленькая. Потрепали слегка кого-то здесь. Две манисты с одного вот участка, вот здесь вот. До этого было 5 копеек серебряная. Вот. Шурфим вот таким вот образом. Сначала с Рустиком углы прозвонили. Потом углы начали скидывать. Все, что прозвонили, начали набрасывать к первому венцу. И так постепенно-постепенно уходим в центр. Пока не появится материк. Материк в данном случае у нас вот такая вот темная, плотная земля. Вот. Глубже уже не надо. Когда вот такой вот хороший культурный слой, то нужно до конца, до материка. Потому что очень часто бывает. Хотя даже здесь вот, вот этот сигнал был именно выкопан прям на границе материка с культурным слоем. Видите, вот чернота. И вот именно на границе всего этого царская монета. Ладно, зачетно. 2 серебра уже есть. Продолжаем. Ну что, ребят, решили мы за собой прибрать. Присыпаем свой фундамент. Шурф. Ну, как бы, знаете, не особо он богатый. Вот. За собой генеральную уборку делаем. И вы знаете, при уборке генеральной нашли монету. Аська 250 подала бодрый сигнал. И это у нас 20 копеек. Щитовик. И год, к сожалению, 32-й. Хотелось бы 34-й. Вот такой вот зеленый РСФСРовский щитовичок. Зачетно? Зачетно. Итого, итого, с этого небольшого участка мы подняли вот такое количество монет. Вот такое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17 монет, ребята. 17 монет. И самое что интересно, это же, конечно, 2 серебряных пробитых манисты царского времени. Вот они. Затем пятачок 31 года. Затем пятачок 46 года. Естественно, 20-ка, которую только что показывал. И вот любопытная монета. Фиг знает что. По размеру пятачок. А, да, еще есть рамочник 46-го года. Ну, а все остальные монеты как бы до 60-го года. Вырубышей здесь. Раз вырубыш. Причем медный, царский. Потом второй вырубыш. Вот. Ну и всякая такая
жбонь сопутствующая. Рустику такую подкову. Каблучок поднял. Чистая. Я не знаю, зеленая. Наверное, все-таки медная. Очень странно. Медный каблучок. Ну, как-то так. Сейчас, наверное, будем соображать на другой домик. Естественно, вы его тоже увидите. Вот под такой печкой 2 года назад, 29 декабря, мои знакомые комрады вытащили 50 килограмм кольцевиков. Вот из-под такой русской печки. Интересно то, что здесь раз печка, затем вот такая еще печка. Очень интересно. И под печкой, а вот там вон пространство, пузырьки были, кислота уксусная, вот такая вот интересная бутылочка. В общем, 43 копейки стоит. Ну и фотография была вот такого вот жильца здесь. Я думал, может быть, паспорт увижу, найду. Вот и довольно-таки тоже старенькая фотография. Вот, я даже предполагаю, что это, я не знаю, до Второй мировой. Не знаю, не знаю. Это такая вот, жалко, надписи нет, а то бы датировали. Как-то так, как-то так. Печку ломать не будем, прозванивать не будем. Так что на чердак я так и не пробрался, высоко. Лестницы здесь никакой нету. Вот, как туда залезть, посмотреть, что там, как-то смысла, я считаю, нету. Ну, домик так себе, знаете, бедненький, бедненький, по находкам. Ладно, интересное будет, включусь. Да, ну, совсем я забыл вот про эти вещи. Новые, классные. И вот самое цинусное. Смотрите. Там надпись имеется. Я не знаю, что за надписи. Но видел какие-то буквы ять. Пойдет? Пойдет. Ребят, пересели из домика в машину и ищем новый домик. Вон Рустик пошел. Спрашивают разрешение у хозяина. А домик вон там вон справа стоит по участку. Вот, я думаю, добро дадут, потому что здесь Василий Васильевич живет. И он нам добро давал ходить по своему огороду. Думаю, и сейчас добро будет. Ну, надеемся, надеемся. Итак, ребята, напросились мы на огород с Рустамом. Вот, земля, бетон. Бетон, вот. И я выкопал, смотрите. Офигеть. Ай-яй-яй, смотрите. Это у нас 2 копейки. Какой сохран, просто огонь. Офигеть. Александровская. Обалдеть. Замерзшая с одной стороны. 1914. Монетка просто в шикарном виде. Классная, классная. Такая вот приятная находка. Ну что, ребят, вот чем вот трудно и чем неприятно, морозы. Грязи нету, но сигнал приходится в прямом смысле рубить. Вроде как бы медное, что-то монетное, но не знаю. Ру, сейчас вот это выковыришь, а там уже мягонько будет. Самое главное прорубить первые 20-25 сантиметров. А дальше мягко. Во, мягко пошло. Так что можно поздравить Рустика, что он добился до мягкого грунта. Обидно будет, если сейчас какая-то крупная алюмишка будет. Это будет печально. 10 минут долбить.
и выявить там что-то крупное. Что-то уже было. Сигналил что-то. Так, ну давайте внимательно смотрим. Что-то. Где-то рядышком. Вот здесь где-то. Ну давайте. Давайте все-таки, если раз я начал снимать, докопаемся до этого сигнала. Что-то. Вон она, походу, жбонь. Жбонь. Да. Я же говорю, что-то крупное алюминиевое. Вот она, ребят, 10 минут долбежки. 10 минут жбонь. И потом оказывается здесь жбонь. Серега, наверное, смотрит, угорает. Да, Серый, ты смеешься, да, наверное? Ну, как-то так. Ладно, идем дальше. Ребят, стою уже минут 5. Даже вот сигаретку сгорел, думаю, сколько будет Рустик ковырять этот сигнал. Сигнал? Я знаю, что там уже жбонь. Но нет, он все-таки настырный и ковыряет его. Да, сейчас он будет так, в таких расстроенных чувствах отходить от этого сигнала. А он продолжается, он все глубже и глубже. А я постою, покурю. Человек может вечно смотреть на три вещи. Как течет вода, горит огонь и работают другие. Вот сейчас Рустик вкалывает. Рустик, ты че, Рустик? А, вот он принес. Вот, я же говорю, что здесь жбонь была. Вот он его тыркал-пыркал. Даже хрен знает, что это такое. Какая-то, блин, латунь или что-то в этом роде. Вот так вот. Наверное, сколько? Минут 10 ковырял. С собой присыпал. Ладно, пойдем в следующий дом. Говорят, он бесхозный. И можно даже ни у кого разрешения не брать. Так что переходим на следующий домик. Ну что, ребят, зашел я в новый домик. Ну, я бы не сказал, что он новый. Он совсем старый. Вот, и я как бы на него не предвещаю никаких интересных надежд. Ветрами он обдут, то есть холодно. Внутри имеется вот печка, но самое главное то, что самое ценное место, оно как бы засыпано. Вот, не знаю, сейчас посмотрим с Рустиком. Постараемся что-нибудь здесь попробовать, но сначала нужно расчистить. Но здесь уже как бы ветер, еще раз скажу, обдул, и уже земля тоже тяжеловата. Ну ладно, пожелайте нам удачи, может быть здесь что-нибудь интересное выстрелит. Итак, ребята, в общем, подолбили мы здесь. Ветер здесь гулял, все намокшее было, так как крыши у нас практически нету. Вот, морозы, и здесь все встало. Вся засыпка с потолка, глина, и не пробиться. И мы решили с Рустиком завязать и отправиться домой. Так что сейчас пообедаем и порешаем, что же делать. Этот дом мы оставим, скорее всего, на весну. Ну, вот такой вот как-то у нас коп сегодня получился. Итак, ребята, в общем, сегодня буду заканчивать свой видеокоп. Нестандартно. Находки показывать не буду, потому что ничего сверхъестественного не было. Все вы видели банально. Две дырявых серебрушки. Ну, единственное, что зачетное, это получилось вот 2 копейки Александра. Погода разыгралась, в принципе, нормально, но все равно по огородам ходить невозможно. И дом, к сожалению, который мы оставили напоследок, тоже нас подвел, потому что, ну, только что вам говорил, невозможно там копать. Но все равно сезон мы не закрываем. Многие копатели закрыли уже сезон, уже готовят свои находки для чистки. Вот, и делают обзоры. Мы, естественно, тоже будем делать, но ближе туда, к Новому году. Все вы увидите, сколько мы килограмм накопали, чего накопали, обзор обязательно будет. Ну и топ 10 по традиции к Новому году будет тоже выпущен. Кто
чего сколько накопал. Ну а зимой будет чистка, будем ходить, ездить в гости по комрадам, будем также продолжать проект «В гостях у комрада», где будем смотреть, кто чего где накопал. Так что все, на этом все, всем пока, до новых встреч!